Что значит первый шаг ребенка в духовной работе? Вот когда мать отпускает его, вот этот момент, что значит в духовной работе? Что он должен сделать правильный вывод из того, что у него есть. Потому что от этого зависит его вообще вот этот шаг, куда он ступает. К Творцу через группу, перед ним открывается путь, или куда-то вообще в сторону. То есть это выбор? Это выбор.